Доброго всем дня в нашем краю. Лето, светит солнце, можно ходить без ветровки. А вот я сегодня зашла в перекресток и купила, значит, на себе на питание сегодня упаковочку грибов. Шампиньончики по 79 рублей. Тут вот 5 или 6 больших штучек. Огурчик, помидорчик, хлеб. Ну, в общем, где-то у меня на 200 рублей там вышло. С яблочком еще по акции. Лук. Ну, я грибочки пожарю, как бы потушу сверху с водичкой. А картошка вареная осталась со вчерашнего дня. Ее добавлю в сковородочку. Так, следующий тип покупки — это чайник. Он из нержавейки, но он прочный. 1300 его цена, ацелин. Я его советую. Потому что он по крепости как бы такой, ну, достойный. Вот. Рандель тот в два раза дороже стоит. А зачем мне этот рандель? Если можно ацелин купить крепенький. 1300 у него цена. Ну, такой культ поход по магазинам.